говорили, что Михалыч больше в спортзал не пойдет. Но я пришел. Понедельник, среда, пятница. Сейчас буду, ну, как бы, основную нагрузку давать. А вторник, четверг вот так же на дорожке ходить буду. Короче, вот, пришел, сделал себе настройки на этой дорожке и иду. Раньше вот, наблюдение какое. Те два дня, которые я ходил на телевизорах, был спорт. Сейчас включили MTV. Под спорт, конечно, лучше занимается, там какой-нибудь регби показывают, да, больше мотивируют. Ну и так, в принципе, тоже неплохо. Вот. Короче, весь алкоголь сейчас должен выходить из меня. Суббота воскресный. Со Светой разговаривала, говорит, ты с каким пульсом ходишь? Она говорит, 150. А мне сказали, 130. Я, короче, 130 и выше не буду догонять. Ну, может, максимально 140. Вот. Сегодня так же, как и в первый день, сделаю на дорожке, да, пешую прогулку, ну и на тренажеры пойду. Завершилась тренировка, да, короткая. Походил на дорожке, на руки, на спину делал упражнения. А сейчас пойду в бассейн. Мы с Митяем встречаемся, решили начать ходить в бассейн. Вот сейчас туда идем. Сейчас, вернее, договорились. На 12 я на час перенес встречу из спортзала. Вот, и пока буду идти, да, расскажу про рацион питания. В принципе, здесь больше нечего снимать. В следующий раз, через неделю, буду снимать, сколько килограмм ушло, а скорее всего грамм. А сейчас пока и буду идти в этот в бассейн, расскажу про рацион питания, как он у меня изменился. Перерыв у меня 15 минут, пока Митяй подойдет в бассейн, который позади меня находится. Вот, по рациону питания, да. Ну, я не скажу, что он там, как в этом, как меню, знаете, есть там кухня номер один, номер два, номер три, также четко сформирован, да, и там, допустим, на завтрак куриный бульон, яйцо, там еще что-то. Все, вот на данном этапе сводится к тому, что начали потреблять больше белка. Причем после тренировки, после физических нагрузок. И этот белок представлен в виде курицы, грудки, да? Ну, это уже классической такой это еды, про которую все говорят. И яйца стал больше есть. Раньше я яйца вообще как бы не воспринимал. Ну, вареные, не жареные, конечно. Сейчас вот их потихонечку ем по два, по три. Их, конечно, нужно больше там есть, да, чтобы этот белок, и желательно без желтка. Ну, пока вот так. То есть с утра перед тренировками я делаю прием пищи такой. Либо это коктейль Natural Balance, который в компании Oriflame, это все-таки, я сейчас сделаю рекламу такую, он протеиновый коктейль, вот, и очень хорошо, как бы, дает силы перед тренировкой, вот, и, соответственно, ты, как бы, у тебя нету тяжести, да, в желудке, и, как бы, так, такие силы есть. Вот сейчас после тренировки, после бассейна приду, Света там мясо приготовила. Опять-таки, мясо мы едим сейчас, если раньше делали там, ой, ветер дует, если раньше делали там рожки, какие-нибудь картошку, сейчас мясо делаем с овощами, то есть углеводы, конечно, нужны, но уменьшили количество углеводов, то есть делаем упор на белок, но углеводы из рациона тоже исключать не надо. Помимо всего прочего, начал пить витамины. Почему? Потому что, ну, витамины тоже нужно пить. Это дополнительные питательные различные вещества. Но без витаминов вообще, в принципе, не это. Никуда. Ну и все, в принципе, рыбу тоже отварную стараемся делать в пароварке. Ну, и когда лень это все делать, естественно, жарим ее. Но опять-таки без всякого гарнира в виде каких-то там рожек и прочих вот этих всех вещей. Из хлеба перешли на лаваши. В лаваше оказывается 9 больше белка, чем в простом хлебе. Короче, рацион формируется. Я еще не на той ступени нахожусь развития, да, в правильном питании, чтобы здесь какие-то эти говорить на каком-то там, я не знаю, экспертном уровне, да, какие-то уроки давать вам. Но, по крайней мере, вот в сторону белка
мы сделали упор и идем в этом направлении. Естественно, все пищевые привычки формируются не за один день и даже не за неделю, а гораздо дольше к этому нужно привыкать. Ну вот, в принципе, что я хотел сказать. Тренировка, опять-таки, сегодня она у меня была больше на кардио, да, я прошел 2 километра под наклоном 8 градусов, там написал 200 калорий, сжег. Ну, то есть я сейчас стараюсь не давать нагрузки, да, на организм, поэтому вот. Здравствуйте, ребята. Вот, поэтому считаю, что они там через 2 недели возможны, да, но сейчас вот этого не будет. Со Светой мы в среду пойдем, Света будет показывать упражнения на спину, и вот эти упражнения я буду делать, то есть я сейчас буду постепенно осваивать каждый тренажер, да, вот эти вот, которые крылья, ноги, крылья, я их освоил, да, там приблизительно уже вес знаю, сколько там подходы делать, да, а постепенно со Светой буду осваивать другие тренажеры, другие техники, в том числе технику приседания со штангой, потому что многие рвут спину, многие просто получают травмы от того, что неправильно делают все спортивные упражнения. Сегодня влог получился про тренировку, да, что я туда сходил, и про питание, которое вот у меня сейчас формируется. Все, ребята, всем пока. Ходите в спортзал, занимайтесь спортом.